Одним из критериев выбора собаки очень часто становится порода этой собаки. То есть человеку нравится какая-то порода внешне, он ее себе заводит, а потом оказывается, что эта порода не подходит ему ни по характеру, ни по темпераменту. Но существуют породы собак, которые внешне очень сильно похожи, при этом обладают абсолютно разными характерами. Сегодня мы с вами разберем 5 пар таких пород, которые внешне очень похожи, но при этом совершенно разные по характеру. В конце, конечно, наша рубрика «Удивительные факты о собаках», которых вы точно не знали. Прямо сейчас поддержите нас, пожалуйста, лайком и подпиской, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Я Марина, это Лаки. Оставайтесь с нами, впереди только самое интересное. Аляскинский маламут и хаски. Собаки действительно очень похожи внешне, тем не менее обладают совершенно разным темпераментом. Хаски – это собака не для слабонервных. Ему все время нужно куда-то бежать, лететь, что-то делать. Хаски самодостаточные, они не очень хорошо ориентированы на человека. То есть, чтобы обуздать хаски, нужно потратить действительно очень много времени и сил. Аляскинский маламут – это большая кошка. Он ласковый, он обожает своего хозяина, и он предпочитает весь день быть рядом с хозяином где-то на расслабоне, чем как хаски лететь навстречу приключениям. Поэтому что лучше, выбирать только вам. Американский питбультерьер и американский стаффордширский терьер. Собаки действительно внешне очень похожи и их достаточно часто путают. Тем не менее, стаффорды реже отличаются агрессией. Стаффорды лучше ладят с другими животными и с детьми, в то время как питбультерьеры более подвижные, более напористые. Они обладают более зажигательным темпераментом. То есть, что вам нужно от собаки? Либо более покладистый нрав, либо более активная жизненная позиция, от того и отталкивайтесь, выбирая между этих двух пород. Если говорить лично о моих предпочтениях, мне больше нравятся питбультерьеры, несмотря на то, что как бы стаффы считаются более спокойными. У каждого свои вкусы. Чихуахуа и той-терьер. Эти собаки недаром так похожи, потому что для создания такой породы, как той-терьер, очень активно использовали чихуахуа. Тем не менее, чихуашки, они более скромные, более тихие, они больше жмутся к хозяину и предпочитают как бы быть с хозяином, чем лезть в какие-то разборки. Той-терьер же, несмотря на скромный размер, готов влезть в любую драку. Он может гавкать сутками напролет и везде занимать очень активную позицию. Тем не менее, в интеллектуальном плане той-терьеры выигрывают. Они легче поддаются дрессировке и вообще считаются более умной породой. Самоед и японский шпиц. Собаки похожи настолько, что очень часто японского шпица принимают просто за щенка-самоеда. У них действительно похожее строение мордочки, густая, красивая белая шерсть. Кроме того, собаки действительно очень похожи по темпераменту. И шпиц, и самоед достаточно дружелюбные, они достаточно веселые, они любят весело, активно проводить время. И та, и другая порода требует реально серьезных физических нагрузок, ну и умственных тренировок тоже. Поэтому тут дело больше в размере, чем в разнице темперамента. Французский бульдог и бостон-терьер. Этих собак действительно легко спутать, потому что они практически одного размера и имеют схожее строение мордочки. Тем не менее, характеры тут совершенно разные. Француз – добряк и весельчак. Он готов весь день играть, резвиться, он обожает детей, он очень хорошо ладит обычно со всеми членами семьи. В то время как бостон-терьер всегда выбирает себе одного хозяина, которого он любит и слушает. Остальных членов семьи он терпит. Бостон-терьер – более серьезная собака, в том плане, что он более активный, он более подвижный, его нужно больше нагружать как физически, так и умственно, чтобы как бы его энергия шла в хорошее русло. Если вы активный человек, может быть, бостон вам подойдет больше, чем французский бульдог. Ловите удивительный факт о собаках. Собаки умеют влюбляться. При общении с людьми и некоторыми другими собаками у собак вырабатывается окситоцин. Это именно тот гормон, который вырабатывается у людей, когда мы счастливы или влюблены. Какую бы собаку вы ни выбрали, очень важно понимать, что собака – это всего лишь на 50% генетика. Остальные 50% – это ваш труд, ваше время и ваша любовь, которую вы вложите в свою собаку. Не бывает хороших либо плохих пород. Да, бывают породы, которые больше или меньше подходят определенному человеку. А бывает такое, что беспородная собака намного лучше любой породистой, просто потому что человек потратил больше любви и времени на то, чтобы вырастить для себя друга. На сегодня мы вам рассказали все, что хотели. Надеюсь, вам понравилось и было интересно. Не забудьте про лайки, подписку и до новых встреч. Пока-пока!